Замечательно, когда гражданская оппозиция, жители, гостей города Сочи позволяют принять этих собачек к себе домой, приютить их. А те, кто пока не готов к такому ответственному шагу, могут помочь приюту медикаментами, инъекционными шприцами, бинтами, пеленками, как это сделали активисты. Многие животные находятся без какого-либо своего дома, и это очень важно, помогать им, заботиться о них, потому что, как говорят, собака – это друг человека. Несмотря на то, что приют обеспечивает собак необходимым питанием, угощение для четвероногих друзей тоже приветствуется. По поручению главы города Сочи на территории города проходит акция по помощи нашим милым городским собачкам, а также акция «Найди друга», которая популяризует в обществе гуманные отношения и сподвигает граждан принимать собачек бездомных к себе домой, в свою семью. Для учеников школы номер 20 и гимназии номер 8 провели экскурсию по приюту. Ребята покормили щенков и взрослых собак, принесли им корм. Подобные акции развивают в молодом поколении такие ценности, как милосердие, желание помогать бескорыстно и безвозмездно и умение сопереживать. Я очень рада, на самом деле, быть здесь и то, что в Сочи развивается тема, например, стерилизации животных, которые находятся в городе, потому что так можно сократить количество заболеваний, в том числе и домашних животных, которые находятся у владельцев. С питомцами приюта работает зоопсихолог, который проводит регулярные прогулки с животными и знает историю и особенности каждого. Он взрослый, ему около 3-4 лет, он очень не быстро привыкает к людям, но когда привыкает, он становится, вот видите, он возле вас нормально, да, потому что он чувствует себя со мной уверенно. Муниципальный приют расположен на участке площадью порядка 20 тысяч квадратных метров. На территории размещены административное здание, манеж-приемная и медицинский блок. Животные получают необходимую ветеринарную помощь и специализированный уход. Все собаки, живущие на территории приюта, проходят процедуру вакцинации и стерилизации. Для представителей администрации курорта направление, связанное с защитой бездомных животных, немаловажно. Сейчас в приюте обитает более 100 собак, а рассчитан он на 350 особей. В этом году планируют увеличить количество вольеров – порядка 100. Также намечена цель – стерилизовать около 2500 животных, что на 1000 больше, чем в прошлом. Те, кто все же решит взять себе четвероногого друга из приюта или захочет оказать помощь его обитателям, могут обратиться непосредственно в Центр по обращению с животными без владельцев. Он расположен на улице Армянской, 100В. Дополнительную информацию можно узнать по телефону, номер вы видите на своих экранах. Ксения Синявская, Валерия Сачья, Дмитрий Петри. Время новостей.